Мы не сварили рис. А это одна секунда. Одна секунда? Это одна секунда, вот смотри. Так, ну пока курочку мы накрываем, потому что курочка должна пропитаться сметанкой. Так, а... Это в курицу. Давай. Не, ну очень мелко тоже, вот чересчур тоже, знаешь. Ну так, все-таки ну, ты давай, еще и базилик сюда же, да? Да, давай, да. Угу. Укроп, базилик. Какой неожиданный альянс для курицы, так. А если еще, конечно, более диетично готовить эту курицу, то можно также вместо сметаны использовать туда лимонный сок. Знаешь, да. Вот как. Лимонный сок. Так, прекрасно. Закипает у нас... Так, ты посолил салат? Я посолил. Немного. Молодец. Потому что у нас лимон там. Дай мне ложечку. Чайную ложечку? Угу. Давай. Чуть попробуем соус, как по соли у нас посему. Перчика. Так, да, что у нас получается? У нас получается готовый салат. Да. Как салат. Мы варим язык, режем язык тонкими полосками и режем. Болгарский перец, огурец, редис, салат, много зелени, зеленый горошек не режем, а просто консервируем. Туда кладем соль, перец, лимонный сок и оливковое масло. Все перемешиваем, получаем такой салат. И посмотрите, что, друзья, рис уже сварился. Рис готов. Анна, позвольте дать вам салат. Конечно. Конечно, это я имела в виду тарелочку. Помогите мне. А, тарелочка. Спасибо. Так, ну, прекрасно. Сами как-нибудь. Опля. Опля. Ой, класс. А я можно курочку, да? А курочку можно положить? Я тебе скажу, чем. А вот, наверное. Подожди сейчас. Вот смотри. Вот курочку. Устроит вас? Подождите. А вот сейчас, после того, как курочку мы положили, то, что вы любите, Анна? Да, вот это вот. О, вот это самое вкусное. Да, и каперсы. А может быть, на рисок вам чуть-чуть? Да, на рисок можно тоже. О-о-о! Прекрасно. Прошу вас. Великолепно. Я быстро рассказываю, Анна, ваш рецепт. Курица. Мы берем лук, обжариваем до золотистости, добавляем в этом же луке, обжариваем куриные ножки. К этим куриным ножкам добавляем немного воды и начинаем их тушить в этом во всем. Потом. После чего добавляем туда сметаны, добавляем туда каперсы, все это еще тушится, 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 и прям буквально за несколько минут добавляем много зелени, очень много зелени, много. Ставим маленький огонь, выключаем, получаем. Друзья, прошу аплодировать Анне Семенович, а мы будем пробовать то, что Анна вы приготовили на нашей кухне. Ну? Я вообще очень люблю курицу. Потрясающе. Тогда я буду готовить в следующий раз ужин для своих гостей, друзей. Да. Ну, как ты, я приглашу тебя, можно? Конечно, можно. Поможешь? Это не так дорого. Да? Ну ладно. Слушай, ну курица. Да. Дорогие, кушайте, будьте здоровы. На секунду прерву твою трапезу. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня была очаровательная, талантливая, неотразимая и, что скрывать, аппетитная Анна Семенович. Спасибо огромное, друзья. А у нас короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. Вы знаете, что каперсы в переводе с белорусского означают «старые партизаны».